Это именно то, что многие называют возвращением в ад. Американские силы подготовились к противостоянию с СВА в демилитаризованной зоне. Ведь всего лишь несколько лет назад в этом же районе гремели бои, принесшие ужасающие для нас последствия. Памятуя о тогдашних ошибках, командование вооруженных сил США пустит в ход все рода войск, в том числе штурмовики, вертолеты и бронетехнику всех видов. После брифинга у... Chết cứu rồi!
Закрываю! Необычный поворот событий. ОЦК вскользь сообщила о развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные силы с тем, чтобы сломить хребет, лезущим в демилитаризованную зону вьетконговцам. Ожидается, что это будет одна из крупнейших операций за все время конфликта. Другое неожиданное событие. Перехватывают инициативу!
На карту смотри! Давай обратно! Вернись в бой, солдат! Наступление войск США в демилитаризованной зоне столкнулось с ожесточенным сопротивлением регулярных частей СВА. ОЦК... К нам приходят разрозненные сведения, что союзным подразделениям, проводящим зачистку, было приказано уничтожить деревню, предположительно являвшуюся опорной точкой СВА. ОЦК считает обнаружение этой деревни первостепенной задачей, утверждая, что она является важнейшей опорной базой противника. You did it, mate! Chúng ta đã chiếm căn cứ của chúng! Dọn mục tiêu vào mục tiêu đó.
trên đồi. Hòa khu là của ta. Dọn tất cả hỏa lực vào vị trí đó. Địch đang chiếm cánh cửa rồi. Thank you.
Джунгл-Боро! Mục tiêu đó.
затишье во Вьетнаме было внезапно прервано сегодня заявлением официального Ханоя о крупной победе над войсками США. ОЦК подтвердило, что небольшие потери в Южном Вьетнаме имели место быть. Нам приходят разрозненные сведения, что союзным подразделениям, проводящим зачистку, было приказано уничтожить деревню, предположительно являвшуюся опорной точкой СВА. ОЦК считает обнаружение этой деревни первостепенной задачей, утверждая, что она является важнейшей опорной базой противника.